Недавно нашел сову, сбитую на дороге. Ну, похоже, она летела и неудачно врезалась в машину. Вот, я решил из нее сделать чучело, попробовать, как получится. У меня получилось как-то так. Вот такая совочь. Это у нас неясыть длиннохвостая, как я понимаю. Есть еще серая неясыть. По-моему, она так довольно неплохо получилась. На такой подставочке. Так что, кому интересно, пробуйте тоже. У всех все получится. Всем пока.